Не, пера, блин, я химия не поможет. Вот тебе твоя Германия. Надо еще что-нибудь придумать. Нельзя сдаваться. Давай в Израиль, там клиники хорошие. Мам, не поеду ни в какой Израиль. Дай мне помереть спокойно. Не смей так говорить. Мне доктор сказал, что чудо нужно, понимаешь? Чудо. А если немец, робот гребаный, мне про чудо говорит, это значит все пиздец. За тем окном так темно, странно. Свет не гас, всю ночь ранее. Смех и гам, постоянные песни пьяные. Струны громкие, битая тара стеклянная. Теперь покой с тишиной весь час. Видимо, дом давно никто не навещал. Его хозяина нет в зале, на кухне и спальне. Он не берет мобильный, его нет в онлайне. Десятки сообщений на автоответчике. Чьи-то записанные речи никем не замечены. Пока не бьют тревогу, еще не время. Но звонят настырно многие в недоумении. И там каждый со своей целью. Занять денег, пригласить на день рождения. Просто узнать, как дела и куда пропал он. Услышат лишь гудки с равным интервалом. Я там, где меня нет, где телефоны не ловят, где люди не говорят. Там за окном сыпется снег в первые дни ноября. Ему меня не выманить, ему меня не изменить. Я давно подписал приговор, не ищите вы меня. Мне нужно найти хотя бы себя самого. Полураздетый, расхлябанный, вышедший якобы на 5 минут сорванный с якоря. Мысли в копоте, ноги в слякоти, уже не кажутся двоякими. Вспышки из памяти, сильно пораненный словами от некогда близких. Теперь повисла пелена там, где бывали линзы. Теперь задача испариться, растворить все в себя самом. Было признано делом принципа. В пальто на голое тело, будто внутри меня демон. Не понимаю, никто я, нигде я. Самую пору бы вызвать скорую. Но мобильный то ли выкинут, то ли потерян был. Стой же, мне всегда хотелось большего. Без настоящего прошлому грош, сына, видишь ли. Мы оба знаем о финальном исходе. И ты ищешь меня зря, не находишь. Я там, где меня нет, где телефоны не ловят, где люди не говорят. Там за окном сыпется снег в первые дни ноября. Ему меня не выманить, ему меня не изменить. Я давно подписал приговор, не ищите вы меня. Мне нужно найти хотя бы себя самого. Там, где меня нет, где телефоны не ловят, где люди не говорят. Там за окном сыпется снег в первые дни ноября. Ему меня не выманить, ему меня не изменить. Я давно подписал приговор, не ищите вы меня. Мне нужно найти хотя бы себя самого. Как ты себя чувствуешь? Я в порядке вообще. Ты прикинь, это сработало все, реально. Монастырь этот. Денис, тебе что-то пришлось для этого сделать? Да ничего не пришлось. Я, наверное, тут еще помню.